Приветствую на моем канале Распаковщик Вау. Зарядное устройство Leica Kala Li 500 – это отличное устройство для независимой зарядки, тестирования литий-ионных, а также никель-металлгидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов, как незащищенных, так и с платой защиты и определять их внутреннее сопротивление. Устройство может иметь несколько уровней защиты аккумуляторов при зарядке, такие как защиту от обратной полярности, от короткого замыкания, от перегрузки по току и контроль температуры. Можно заряжать все размеры литий-ионных и никель-металлгидридных аккумуляторов, которые можно вставить по размером в слот с подпружиненным контактом. В комплекте имеется зарядное устройство, блок питания и автомобильный адаптер. Способ зарядки для литий-ионных батарей анонсируется как заряд постоянным током и постоянным напряжением. Этот метод заряда рекомендуется как наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов и не уменьшает их емкость со временем. Дисплей с подсветкой. На нем вы сможете увидеть всю информацию о процессе заряда, реальном напряжении аккумулятора, времени зарядки, токе заряда, накопленной емкости и внутреннем сопротивлении. Если вставленный в зарядное устройство аккумулятор поврежден, то на дисплее отобразится надпись «Now». Итак, режим Charge. При вставке аккумуляторов, система автоматически переходит на тот слот, в который вставляется аккумулятор и в течение 3 секунд измеряет внутреннее сопротивление, после чего переходит в режим зарядки. Ток зарядки по умолчанию составляет 500 мА в час. В течение 8 секунд можно с помощью кнопки Current выбрать ток 300, 500, 700 или 1000 мА в час. После этого система заблокирует ток зарядки. Если вы не сделали набор в течение 8 секунд, можно разблокировать систему долгим нажатием на кнопку Mode и установить нужный ток заряда. Чтобы установить параметры для конкретного аккумулятора, нужно выбрать его слот нужной кнопкой и затем провести настройку заряда. Токи заряда устанавливаются независимо для каждого аккумулятора. Нужно обратить внимание на выбор зарядного тока в соответствии с емкостью аккумулятора. Если вам не нужно быстро заряжать аккумуляторы, лучше заряжать током 500 мА, а для аккумуляторов с малой емкостью изменить ток на 300 мА, потому что это наиболее безопасно. При зарядке можно посмотреть текущие параметры зарядки аккумуляторов, нажимая кнопки со слотами. Вы сможете увидеть время заряда, залитую емкость, внутреннее сопротивление и ток заряда. Когда батарея полностью заряжена, на дисплее отобразится надпись End. Режим Fast Test применяется в основном для устранения эффекта памяти у никель-металлгидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов. При этом режиме зарядное устройство сначала полностью разряжает аккумулятор, затем заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время заряда аккумулятора. Чтобы выбрать этот режим, после установки аккумулятора, в течение 8 секунд кнопкой Mode выберите режим Fast Test, а затем кнопкой Current выберите требуемый ток. Через 8 секунд система заблокируется и начнется процесс теста. При выборе тока заряда 300 или 500 мА в час, зарядка будет разряжать аккумулятор током 250 мА в час. Если выберете ток заряда 700 или 1000 мА, зарядка будет использовать ток разряда 500 мА в час. Режим NorTest служит для определения реальной емкости аккумулятора. В режиме NorTest зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, потом разряжает определенным током и заряжает его снова. После теста отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора. Когда в зарядное устройство вставлен аккумулятор, выберите режим NorTest или нажмите кнопку Mode в течение 2 секунд в любом состоянии, чтобы войти в режим NorTest. В режиме NorTest вы можете выбрать ток заряда 300, 500, 700 или 1000 мА в час с помощью клавиши Current в течение 8 секунд после установки аккумулятора, затем система заблокирует выбранный ток. Если вы не сделали набор в течение 8 секунд, система будет автоматически заряжать током 500 мА в час, а разряжать током 250 мА в час. При выборе тока 700 или 1000 мА в час для разряда автоматически будет выбран ток 500 мА. Режим заряда мобильных устройств от литий-ионовых аккумуляторов из USB выхода. USB используется только как мобильный выход для 5 вольт, выходной ток составляет 1000 мА в час. При подключении к источнику питания выход USB не работает. Когда аккумулятор помещается в слот зарядного устройства, активируется выход USB 5 вольт, так что он может заряжать гаджеты. Может использоваться любой из слотов, однако батареи лучше ставить в два слота. В этом режиме нужно использовать только литиевые батареи 3,7 вольт.
И в заключение, небольшой бонус по зарядке. Если сначала вставить все батареи для зарядки, а только потом подключить LiPi500 к питанию, то при указании режима и тока зарядки, параметры применяются ко всем аккумуляторам. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал Распаковщик Вау.